Здравствуйте, дорогие друзья! В этой недельной главе много внимания уделено теме осла. Знаете, ослица там разговаривала, это было очень интересно, но дело немножко в другом. Осел был еще один. Тот, кто не уступает, тот, кто пытается, как Билам или Балак, все время идти этой дорогой, когда Бог его направляет, говорит, не иди, не иди. Я думаю, что очень похож на это животное. Давайте сегодня раскроем секрет. Как вообще справляться с миром? У нас есть два важных понятия. Одно — в соответствии с законом жить. Второе — это сверхположенного по закону. Когда люди обращаются к суду Торы, что-то у них не так, судья выносит решение всегда по закону. Однако другой человек всегда может быть уступить и как-то поступить именно выше, чем по закону. Есть такой трактат Бава Меция. И там описывается, что раба Бархана, один из амараин, нанял грузчиков, чтобы перенести с бочки с вином. Они их уронили по халатности. Он взял в залог их одежду, возместить убыток. Однако его учитель сказал, надо вернуть работникам одежды. Тот говорит, это не совсем по закону. Он говорит, верни. А потом говорит, выплати им за сегодняшний день, так как они остались без пропитания. А почему он говорит? А потому что идти путями добрых и пути праведников соблюдай, сказано. Виленский Гаон объясняет, что большинство людей прощают ущерб, нанесенный непреднамеренно. Даже если это сделано по халатности, бывает прощают. Однако выплатить зарплату за работу, единственным результатом которой является ущерб, это удел только больших праведников. А так как раби Бархана был праведником, он должен был так поступить. Он помнить должен одно, и вообще человек источником всего творения, все, что есть, является благодеяние Творца. Однако он знал, что это благодеяние мы должны заслужить, чтобы нам было самим, хорошо. Поэтому он создавал мир по мере суда. При этом суд не был самоцелью ни в коем случае. Целью его желания делать добро. Это для нас должна быть причина не требовать с ближнего то, что нам полагается по букве закона и жить. А немножко по замыслу Творца жить. А замысел его, хесед, доброта. И нас проверяет, если мы так относимся к миру, и к нам мир будет так относиться. Виленский Гаон писал, что человек должен по отношению к другим проявлять постоянно качество милосердия, а к самому себе требовать по букве закона. Когда люди подходят к другим по букве закона, а самим себе уступают, то Всевышний что делает? Взыскивает с них, и в том числе с мира, мера за меру. Так полагается по его суду. И тогда, не дай Бог, вы знаете, что происходит. Знаете, к одному раввину, жившему в Польшу, пришли отец и сын. Они бедняки, у них было одно пальто на двоих. И каждый из них доказывал свое приоритетное право носить это пальто. Раввин говорит, смотрите, обратитесь в городской суд Торы, но при этом каждый выдвиньте одно требование, чтобы пальто носил другой. Когда они это сделали, судьи решили, что таким хорошим людям суд может собрать деньги еще на одно пальто. Понимаете? Когда человек приходит с требованием, что ему лишь полагается, ему никто не купит пальто. Если он приходит с желанием уступить ближнему, даже, если считает, что суд должен присудить в его пользу, это является потрясающим шагом к небу. Небо в этот день для человека раскрывается. Эта история вообще объясняет принцип управления миром. Когда мы требуем то, что полагается нам по суду, Всевышний спрашивает нас по мере суда. А мы его суд ни один человек выдержать не может. Когда мы ведем себя уступая и прощая, даже когда мы считаем правы, все раскрывается милосердие Всевышнего. Большой праведник Арий Левин сформулировал потрясающее правило. Мы никогда ничего не потеряем от уступчивости и прощения. Точка. Никогда и ничего. Так устроен этот мир. Написано, что Бога мы знаем только по качествам. Так какое качество к нам повернется Всевышний, зависит от нас. Если мы ведем себя по отношению к другим в соответствии с мерой суда, он также откроется нам в качестве сурового судьи, не дай Бог. Если же мы уступаем, прощаем, и тогда с нами ведут подобающим образом, и небо оказывает нам свое милосердие. Рассказал сегодня самый важный секрет. Не надо быть ослом, все время упирающимся, я здесь прав, я это да, нет других мнений. Может быть, ты и прав. И что из этого? Нам же нужен взаимопонимание и мира, а не правота чья-то. Это позиция осла, когда я прав и все. Поэтому очень хочется, чтобы сегодня никто не был ослом. И надо запомнить одну вещь. Так как все от шаббата зависит, Написано, так как шаббат, суббота, является источником благословения, то от того, как прошел этот день, зависит благословение следующей недели. Постарайтесь выписать себе на следующую неделю хорошее благословение. Браха, вацлаха, шаббат, шалом, хорошего шаббата.